атакующий полузащитник из Франции. Новшество принимать и различные варианты пробовать. И сейчас атаки Рома. Спинацола смещается в центр. Можно бить по Карлеса Переса из Барселоны за 11 миллионов евро. Он пришел в такт, в лед. На ход от Мхитаряна. Прострел! Выступает Педро. Вот она, первая возможность. Либо обороне Гюнтеру пришлось сломя голову лететь за Мхитарян. Передача отдает то на Мхитаряна, что на Педро. И сейчас выходил на ударное. Ну и, соответственно, Верона в своем домашнем комплекте. В воротах номер первый Марк. Ой, как легко Спинацола пробирается в штраф. Есть все факторы были за то, чтобы впоследствии. Был вратарской, там никого. Спинацола! Так, а, штанги перекладины. Чуть красоту не сотворил. Хорошие повторы. Калейдоскоп эпизодов во втором.